All right, if you would turn in your Bibles now to the book of Joel. Ну что же, а теперь давайте откроем Библию, книгу пророка Иоиля. This is a prophetic judgment of the coming day of the Lord. Это предупреждение о грядущем на Израиль Божьем суде. Now the term the day of the Lord is a technical term. Термин день Господень — это такой технический термин. It has to do with the day of God's judgment. Здесь говорится о судном дне, о дне суда Божия. And of the time when his kingdom purposes will be fulfilled. И о том времени, когда цели его царства и предназначения будут исполнены. We believe Joel was written about 820 BC. Книга пророка Иоиля была написана примерно в 820 году до нашей эры. And he is one of the prophets who wrote to the southern kingdom of Judah. А это один из пророков, который адресовал свои слова Иуде, Южному царству. And the main background to what Joel is talking about is a great locust plague. В основном книга пророка Ионы описывает, ой, книга пророка Иоиля описывает нашествие саранчи, опустошительное. Unfortunately, we don't know anything about the prophet himself. К сожалению, никаких сведений о самом пророке у нас не имеется. We suppose that he prophesied from the city of Jerusalem. Можно только предположить, что он пророчествовал из города Иерусалима. Because there are so many references to the temple and the sanctuary in this book. Потому что в книге имеются многочисленные указания и ссылки на храм. There is no mention of any specific sin committed by Judah during this in this book. Кроме того, не упоминается ни одного конкретного греха, который вменяется Иуде именно в этой книге. So while he urges the people to return to the Lord, поэтому в то время, как пророк убеждает людей, побуждает их вернуться к Богу, we don't know what particular sin they were guilty of. Мы с вами так и не знаем, в каком конкретном грехе обвиняется этот народ. It strikes me that what he might be wanting them to turn from is complacency. Может быть, complacency. Может быть, народ обвинялся в грехе самодовольства, такой самодостаточности. Joel wrote about the same time period as Obadiah. Книга пророка Иоиля была написана примерно в то же самое время, когда свое пророческое служение нес Авдий. And the way Joel refers to the Lord almost the entire way throughout is by the name Yahweh. И обычно Иоиль в своей книге называет Господа Яхве и Иегова. All right, we begin with verse 1, the word of the Lord that came to Joel, the son of Bethuel. Мы с вами начинаем с первого стиха первой главы, слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Larissa, if you would read verses 2, 3, and 4. И сейчас будем читать стихи со 2 по 4. Слушайте это, старцы, внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки. Joel is talking about a devastating event that has come upon Israel. Здесь Иоиль говорит о разрушительном, об опустошительном событии, которое произошло в народе израильском. And of course, by Israel here, I mean the Southern Kingdom. И, конечно, когда я говорю об Израиле, я говорю о Южном Царстве. This is an event that is more calamitous than anything that has happened in father's or grandfather's times. И из этих стихов мы видим, что это было опустошение огромного масштаба, что такого не видели ни отцы, ни праотцы. This is an event that they'll be talking about for generations to come. Это событие, о котором будут передаваться из поколения в поколение. And it is a locust infestation. И это нашествие саранчи. In an agricultural environment, a locust infestation is devastating. В сельском хозяйстве это бедствие огромного масштаба. I can't remember if I asked if there are sometimes locust plagues in the Kursk region. Вот я не помню, спрашивал я вас или нет, бывают ли у вас такие нашествия саранчи в Курской области? No. There's not. Well, locust plagues were very common in the land of Palestine. Они были довольно-таки традиционными, обычными в Палестине. They would often occur on a cycle of about every 7 years. Обычно каждые 7 лет Палестина испытывала вот такие нашествия. But this one is worse than they have ever seen before. Но это нашествие поражало своей грандиозностью и масштабами. And in verse 4, there's the description of either several kinds of locusts.
И в четвертом стихе мы читаем описание либо различных видов саранчи. Or locusts in their various stages of metamorphosis. Или различных стадий одного вида саранчи, стадий жизни. So we don't really know which, but it's a description of the horrible work that locusts do. Сказать это трудно, но в любом случае мы читаем вот о катастрофических масштабах этого нашествия, о том, что саранча творила. And the bottom line is that after the locusts have come, nothing is left. И главное здесь заключается вот, что после нашествия не осталось ничего. That leads to great mourning on the part of all the people of Judah. И это вызывает плач и рыдание во всей Иуде. And we read about that in verses 5 through 11. Об этом мы читаем в стихах с 5 по 11. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших, ибо пришел на землю мою народ сильный, бесчисленный, зубы у него, зубы львиные, челюсти у него, как у львицы, опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал». Ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение, возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле сие, то есть земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Now, as you are listening to the verses, вот пока вы слушали эти стихи. Various groups within the nation are specifically encouraged to mourn. Вы, наверное, обратили внимание на то, что конкретные группы людей в народе призывают рыдать и плакать. The first are the drunkards. А первые — это пьяницы. And why will the drunkards mourn? Почему следует рыдать пьяницам? Because the vineyards have been destroyed. Понятно, что виноградники будут разрушены, они иссохнут. So there are no more grapes to make wine. А это значит, что уже больше не будет винограда, из которого делают вино. Joel describes the locusts as if they are an invading army. Иоэль описывает саранчу как армию врага. And in verse 6, there's the description of them having teeth like a lion. И в шестом стихе подчеркивается, что зубы у него зубы львиные. And in fact, pictures of locusts make them look like very fearsome creatures. И на самом деле, если посмотреть на саранчу близко, то можно увидеть, что она действительно очень страшная по виду. They are by themselves not that damaging, but by the millions they have voracious appetites. Одна саранча может быть такого ущерба не принесет, а вот когда миллионы особей, тогда действительно они могут вызывать катастрофу космического масштаба. And they truly strip everything bare. Они пожирают все на своем пути и не оставляют буквально ничего. Verse 8, the image is of great mourning. В восьмом стихе образ великого плача и рыдания. Israel is to mourn like a woman who is engaged to a man, and this man dies. Израиль должен быть. Израиль призывают рыдать как девушку, оплакивающую своего суженого. The next people to mourn are the priests. Дальше следующее священникам дается такое как бы повеление плакать и рыдать. And the priests are to mourn because the grain is gone for making sacrifices. Почему? Потому что нужно было делать хлебное приношение и возлияние, а хлеба не было для того, чтобы совершать хлебное приношение. And then, of course, the farmers mourn. И, конечно же, земледельцы, они тоже должны были рыдать. A farmer's pride is his great crop. Потому что обычно земледельцы гордились хорошим урожаем. But the farmers will be ashamed and embarrassed because they have no crops to show for their work. А теперь им придется краснеть от стыда, потому что никакого урожая не будет. Then verse 12, please. Дальше 12 стих. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальмы, яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. So we have a picture of utter hopelessness. И здесь нам опять же такой рисуется образ безнадежности. All the kinds of crops that have been destroyed are listed in this one verse. Обратите внимание, что здесь перечисляется, что истребила саранча. And along with the drying up of all the crops is the drying up of rejoicing. И вместе с тем, как иссохла растительность, исчезло и веселье у сынов человеческих. ТВ-семинаре – благотворительный проект.
Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Okay. The next major passage is verses 13 through 20. Следующий отрывок – это стихи с 13 по 20. «Припаяшьтесь вретищем и плачьте священника, рядайте служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». Не пред нашими ли глазами отнимется пища, от дома Бога нашего веселье и радость? И слили зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни». In this passage, what we see is a calling to fasting and prayer. В этом отрывке мы видим призыв поститься и молиться. The priests are the ones who will lead in this time of national returning to the Lord. И вести народ в этом должны будут священники. And in verse 15, we have the first time we see the phrase "the day of the Lord". И в 15 стихе мы с вами видим упоминание термина "день Господень". Now. We don't know why the locust plague has come. Мы не знаем, почему случилось это нашествие саранчи. We assume that there may have been some sin on the part of God's people that prompted the plague. Можно лишь предполагать, что народ Божий в чем-то согрешил и таким образом навлек на себя такое наказание. But we are not told that specifically. Но здесь конкретно о причине наказания не говорится. What we are told is that because of the plague, the people should turn to the Lord. Однако же здесь говорится о том, что в результате этого нашествия люди должны обратиться к Господу. The response of God's people to calamity should always be that we turn to Him. Ответ любого народа на бедствие должен быть обращение к Богу. And this is an important point for us to note. Для нас это очень важная мысль, на нее следует обратить внимание. Just because calamity comes upon you, только потому, что в вашей жизни случилась какая-то беда, does not necessarily mean that you have sinned in some way and are being punished. Не означает, что Бог наказывает вас за какой-то грех. Someone near to you dies. Например, кто-то близкий вам умирает. Perhaps you become very, very sick. Или, например, вы заболеваете очень серьезной болезнью. That is not necessarily God punishing or disciplining you. Это не обязательно Божье наказание. But it is a call for you to turn to Him. Но с другой стороны, это всегда призыв обратиться к Господу. And so this locust plague from the Lord. Поэтому это нашествие саранчи, которое Бог допустил. Is certainly a call to Judah to turn to the Lord. Конечно, также есть призыв к Иуде обратиться к Господу. And this is the purpose of God in all calamities that come our way. Подчеркиваю, что во всех бедах и несчастьях цель Бога состоит в том, чтобы человек, особенно в этот период, обратился к Нему. The description of the devastating effects of the locust plague is seen in verse 17. В 17 стихе опять нам дается описание опустошительных, ужасных последствий нашествия саранчи. This locust plague is accompanied by drought. Такое нашествие сопровождается засухой. And not only are the people affected, but also the beasts of the field. И эта засуха сказывается не только на людях, но также и на животных, которые пасутся на пастбищах. Cattle and sheep can't find anything to eat. Ни волы, ни овцы уже не могут найти себе травы. And then there are wildfires. И кроме этого будут пожары. Now some think that the reference to flame may be symbolic. Некоторые полагают, что указание на огонь, упоминание огня, имеет символическое значение. But I believe that this reference to flame is very literal. Но мне кажется, здесь следует понимать это буквально. In Texas, where I live, в Техасе, где я живу, when there is a period of extreme dryness, также бывают времена засухи, когда эта засуха достигает своего пика, wildfires are a very great danger. Возникают природные пожары, которые очень и очень опасны. And they will start from lightning
or other people being careless with fires. Они могут быть вызваны как молнией, также неаккуратным обращением с огнем людей где-то в лесу. And will sometimes burn many, many square kilometers of ground. И если такие пожары начинаются, они обычно поражают достаточно обширные территории. So Judah is dealing with great devastation from plague, from locusts. Итак, Иуда страдает от ужасного нашествия саранчи. And from drought. И от засухи. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.